В Киеве сегодня приветствовали женскую и мужскую сборные Украины по баскетболу. В игре 3 на 3 украинки завоевали бронзу в мировом первенстве, проходившем во Франции, а мужчины заняли третье место на чемпионате Европы, который состоялся в Нидерландах. Во Дворце спорта баскетболистам вручили награды. Некоторые получили звание мастер спорта международного класса. Спортсмены своими результатами довольны, но сознаются, что есть еще над чем работать. Мы молодцы, что мы собрались и вышли и отборолись за эту бронзу, потому что после таких поражений обычно руки падают. Мы сумели найти в себе силы и отвоевать эту заслуженную бронзу.